Не смогли дождаться. Нерест закончился, и защитники флоры и фауны уже с 31 мая дают зеленый свет любителям тихой охоты. Только рыбаки из деревни Отвержичи не смогли дождаться. Ранним утром вышли на лодке с сетями. Под покровом тумана они планировали остаться незамеченными, но браконьеров задержали с поличным. Один из нарушителей вплавь попробовал скрыться от инспекторов. За незаконную добычу рыбы нелегалам придется заплатить штраф. В отношении них возбуждено уголовное дело. Ущерб, который они нанесли природе, составил чуть более 7 миллионов рублей.